номер 21. Открытие мира как площадки для реализации. Основная задача ребенка связана с осознанием своей позиции как человека мира. Человека, не имеющего географических, национальных, расовых, религиозных, политических ограничений и предвзятостей. Он – это отдельная планета, являющаяся частью Солнечной системы, на которой царят терпеливость, мир, гармония, принятие, толерантность, духовность. Эта планета лишена узости взглядов, нетерпимости к другим, субъективности и осуждения, страха выйти за границы своего уютного мира, необщительности. В минусе эта позиция «кто не со мной, тот против меня». Для качественного выполнения социальной задачи ребенку важно проявлять многосторонность, любознательность, информированность, эрудированность, иметь безграничные интересы, изучать языки и культуру других стран и народов. Ребенку рекомендуется интернет-коммуникации, занятия в IT-кружках, посещение языковых лагерей, языковой туризм, международные путешествия.